Содержание территории в надлежащем состоянии – тяжелый труд, требующий огромных затрат, времени и сил. С этим не под силу справиться в одиночку ни одной специализированной организации. Только вместе, объединив усилия, жители района смогут поддержать АО в чистоте. В Кашгабльском районе проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству, в рамках которого сегодня сотрудники бюджетной сферы провели очередной чистый четверг. Участники мероприятия очистили юго-западную часть аула, обочины дорог от мусора, а также территорию ипподрома. Каждый из коллективов внес весомый вклад в наведение порядка на закрепленных участках.